современное оборудование и высокое качество обслуживания. Глава муниципалитета Андрей Иванов проверил готовность котельной номер 9 к отопительному сезону. Станция теплосети снабжает теплом 9-й микрорайон Одинцова и несколько крупных социальных объектов. Сейчас производится работа по замене кабельных линий, по мусорокабельным линиям согласно Мособлэнерго, который дает нам и заявки, и телефонограмму, что будет производить там кратковременное отключение электроэнергии. Котельная номер 9 подключена сразу к двум питающим центрам. Это уменьшает вероятность аварийного отключения и повышает безопасность эксплуатации. В ней работает 3 котла, суммарная мощность которых составляет 40 мегаватт. Данная котельная была запущена еще 1 сентября для того, чтобы обеспечить подачу на детские сады, на сад и школу. А сейчас тепло подано в дома. Соответственно, весь микрорайон снабжается теплом. Теперь стоит задача управляющей компании обеспечить развоздушивание тех или иных стояков, для того, чтобы во всех квартирах заработали батареи и стало тепло. Готовность всех объектов ЖКХ в округе к отопительному сезону составляет 100%, отметил Андрей Иванов. Все многоквартирные дома в муниципалитете должны быть обеспечены теплом к 30 сентября. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».